А, они теперь за ноги хватают. Смотрите, как прикольно это смотрится. Вылазит из-под земли, и все, ты ничего не можешь сделать. Ой-ой. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Слава, Питер, Серега, Фонтан, Абгай, Стаканчик. Пацаны, поздоровайтесь. Здорово. Филилить, привить. Карта, цветной лабиринт, будем убегать от SCP. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Бейте его! Ребята, кто хочет с нами записывать классные, веселые ролики, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Рады каждому персонажу. Ну что, надо их активировать, побить их по башке. А нет, он уже активировался. Бегать. Че, он бегает, не? Так. Он сейчас... А давай вот этого тоже. Ёперный театр, филилити, дрит. Что там, Серега? Скромники. Давай, 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 Сережка, не бойся их. Я загрелся. Я еще знаете, кого поставлю? Чумных, козявок. А, может статуи поставить? А давай чумных, чё бы и нет. Пошел, 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 Злодеевич. Так, прыгаем вниз, пацаны, рекомендую. Давайте этого поставим здесь. Загородим весь лабиринт. Ой, не того поставил. Челепиздрик, я тут. Иди сюда. Я здесь, тебя жду. Что-то неплохо бегают на этой карте. Нет. Хорошо бегают, да, Серега? Да. Я вижу, но что-то он на меня не агрится. А ты особенный, ты же это, видеоролик записываешь. А, они думают, не буду тебя убивать. Это же, это, скромник же, скромник это же не я, Дима, чтобы это сделать. Ну да, ну да. 24 на 7. Так, сейчас мы еще поставим. У нас есть... Ой, это не тот NPC. Так, вроде бы всех поставил мощник скромников. Будем добавлять. Вот такого. Вот эти мне больше всех нравятся, большие. Теперь, пацаны, вы не уйдете от них. Ой. Смогу я тут пройти, а мне задамажит? Мама мия, енот сдох. Эй, ты блин! Вот это он разорвал мне кишки! Ух да. Ты, вот это он фигачит. Я вообще не понимаю, откуда он убивает меня. Смотри, стоят. А что это у них за дискотека? Дискотека. Дискотека века. Века. Диджей. Они просто стоят и не бегают. Сейчас я поставлю их заново. Стойте, стойте. Сейчас будет у нас по-другому. Хорошо. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Пацаны, ставлю самого злостного SCP-шку. А, ты говно, не успел поставить, уже сразу зафигачил. Статуя 173 в лабиринте. Ну, отвернитесь, отвернитесь от нее. Ой, я хорошо, что я заспамнулся. Фиг знаде. Давайте еще одну поставим. Так, вот я на него смотрю, что она мне сделает. Отвернемся. Ух, тихо, тихо, тихо. Ага, отворачивается, она сразу приближается. Это... Тихо, тихо. Надо записать рубрику, поставить одного SCP-173 и много человек. И кого выберет SCP, вот это будет прикольно. Если зайду за угол, он меня убьет? А, вы ее специально окружили, я сейчас еще вам поставлю, на. Такую, такую. Вот не такую. Надо, надо, не надо, надо, Серега. Да. Надо много штук. Да не, я еноту говорю. А, еноту сейчас придет они. Сейчас они оживлятся, вы не переживайте. Давайте посмотрим, они так и стоят там или все-таки по всей карте есть, разбежались? Убил ее. О. О! Все за мной! Все за мной! Погодите. Скромник перегородил всех. Ну-ка. Тогда беги, ты уже машешь головой. Так, всё, давайте тихо, еще тихо, поставим. Оставь, оставь ее. Пошел, пошел. Красавчик. Идемте, идемте это, другие статуи искать. Их очень много. Вот, например, как вот эта подлечка. Пришла ко мне и замочила меня. Я так и не понимаю, с какой стороны она пришла. Эх, ты жопа. Походу сейчас все статуи на Димку загрелись. Да блин, смотри, они меня окружили. А ты где? А я в желтом лабиринте. В желтом? Да. Я тоже. О, идемте за мной, пацаны, я вам покажу, сколько их там. Вам понравится. А я иду, иду. А что она на крыше стоит? А что это за баг? Вы ее подвешали, что ли?
Да, подвесили ее, наказали ее за то, что тебя убили. Так, давайте за мной идемте, пацаны, идемте. Сейчас я вам покажу, где находится настоящая смерть. Так, давай сюда. Идем, 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 не бойся. Идем, идем. На, красавчик умер. Жопы. Давай сюда. Нифига что-то. А, вот, иди, иди туда, иди. Я уже моргаю. Ну! О! Ха-ха! Давай, 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 отвернись, отвернись. Пригвоздили ее. Чё, ничего? Блин, я моргаю. А ну-ка, она за мной или нет? А, за мной, за мной, за мной. Все, минус еще одна дегустация. Хорошо. Вот это вы их лупашите. Ого. О, привет, ты чё тут стоишь? Ах ты говно. Хорошо, я хочу сделать так, чтобы было намного веселее. Сейчас мы это сделаем. Что это за кусок статуи? Ах ты, блин, на тебе. Сейчас я наставлю, столько будет у нас скромников, насколько это возможно. Ой, не скромников, а SCP-049. Чумных докторов. Да ё-моё. Так вы дайте, мужики, выжить. Еще наставлю, мне мало, хочу всю... Весь лабиринт поставлю в этих 049-х. Так, здесь аккуратно. Ах ты, блин, смотри, касание смерти. Ну а чё, теперь будем выживать, посмотрим, на что пацаны способны. Эй, не веди его за мной. А он, когда нас не видит, он не гонится, да? Гонится, давай, давай, давай. А, окружили. Давай сюда, назад. О, где он пропал? Сюрикены кидают. Да ну, что вы ждете? Надо было их мочить. Так, идем еще раз. Я вижу, пацаны их мочат уже. Эх. Я уже 10 тысяч раз стал зомби. О, я сзади. У меня не видит. Кстати, сюрикены, я вижу, в заднице торчат. Ого, что творится. Побежали, побежали, побежали. Мгновенная смерть. Да ничего, нормально. Собака, ты привел SCP-049, он меня взял за право. Вот и что делает? Чикает их, молодец. А ну давай его тоже. На-на. Куча трупов. Побежали, побежали. Монетка это вещь. Да? Мочит всех? Да. Чё-то никого не вижу. Я думаю, надо наказывать это SCP. Они вообще распоясались. Хорошо, давай сейчас поставлю таких, которые вам будет тяжело убивать. Готовы? Все, поставил. А, они теперь за ноги хватают. Смотрите, как прикольно это смотрится. Вылазит с-под земли, и все, и ты ничего не можешь сделать. Ой-ой-ой. Хорошо. А, опять за ноги хватают. Да вы задрали. Офигенные. Вот эти мне нравятся из цепишки больше всех. Очень круто смотрится. На. Короче, появился, и сразу надо бежать. Нельзя на месте останавливаться ни секундочки. Пацаны, что они вас там дамажат? Я вижу, убили Абгая. Ого, они тут пятью наделали. Эй, мужики, 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 я свой. Ух, статуя 173 ждала. На. Ого, их тут, они меня окружили. Тихо, тихо. Тихо, черную жижу заходи, а то да? Это затянет тебя в одно место. Да задрал, он опять меня, смотри, хватает и все. Офигенный мод. Мне нравятся вот эти степишки, круто дамажат, очень круто. Так, так, так. Дим, я буду наказывать сейчас SCP. Да, давай. А что тут у нас этот за невесомость? Они тут в невесомости летают. Это очень круто смотрится. Через 3, 2, 1 будет бабан. Не, Серега, ты их не убил всех. Почему не убил? Вон они, мертвы все. Да? Не, а кстати, а что маленькие ходят? А неужели они маленькие бывают? Серега, маленький SCP-106, реально манюсенький. Его можно только поймать в его камеру. Хорошо, давайте проверим админский пекаль. Не, не убивай, Дима. Не убивай, я проверил. Да ладно, я не знал, что их нельзя убить. Ух ты, откуда прилетела дамажная штука?
Так, ну еще на карте много SCP-шек, Серега, их бомбы так не берут. Не, некоторых убило, кстати. Да, некоторых убило, а некоторых нет. О, чумной доктор стоит над своим погибшим. Эй, меня не надо делать, не зажимай! Ой, встал резко, да ладно. Читеры. Ты что, мы карту разбомбили? Куча черных пятен, кишки из жопы. Так, давай сюда пойдем. Не, а, Серега, их еще много на карте. Я прям слышу, как они перемещаются. Ой. Мне нравится статуя, такой звук издает камня. Два я взорву бомбу, это все фигня. Ты какую-то неинтересную бомбу взорвал. Есть бомба с очень большим радиусом. Просто колоссальнейшим. Это бомба... Колобомба. Нет. Вот она. Одну давайте такую взорвем. О, это должна тоже взорваться. Ну-ну-ну-ну-ну. Странно, крутится, но не взрывается. Так, стой, 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 давай. Вот, вот эта бомба. И вот эта бомба. И об друг друга их надо ударить. Вот. Вот, Серега, видишь, добила их всех? Да. Вот теперь это все. Не, не всех, не всех, Дим. Они что, офигели? Давай-ка сейчас... Вот есть бомба. Мента с колой. Не? Еще убило, еще есть живые даже. Давай мента с колой. Сейчас я взорву. Сейчас я тоже поставлю. Ой, еще моя взорвется сейчас. Во, я слышу. А это уже не я, это кто-то. Ой-ой-ой. Если вам понравилась эта серия и подняла тебе настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и посмотри следующий ролик.